Приветствую всех, дорогие друзья! Клинт 8 с вами, и сегодня хочу объявить анонс турнира восьмерок. Да-да-да, именно его, именно тот турнир, который нам так понравился, который так классно зашел как игрокам, так и мне, и я хочу вновь повторить этот заезд, улучшить как-то его и продвигать эту темку все дальше и дальше, а также закрепить ее на своей высокой планке. Итак, турнир восьмерок в это воскресенье, 23 мая, будет в вечернее время проходить. Ну, естественно же, на восьмых уровнях. И называться он будет «Опытный боец». Подразумевая то, что задачей игрока будет получить максимальное, наилучшее количество опыта за бой и победить своего оппонента во взводе. Будет участвовать, будут участвовать игроки по вот такой вот турнирной сетке. То есть 1-4, одна 1-2 одна и финал. Конечно же будут призы. И я должен сказать, выразить слова благодарности моему подписчику Лима, который проспансировал данный турнир. И благодаря ему ребятам будет выделено 2000 голды. Ну и 2000 голды будет, будут распределены э, таким следующим образом Давайте начнем с самого начала То есть победители, вышедшие в одну вторую То есть победители одной четвертой получат по одной сотне голды Далее ребята, которые победят в полуфинале, одна вторая, получат по 300 голды и финалист, который выиграет этот турнир, получит одну тысячу золота. Если математика, по математике все сходится на ура, то вот эти две тысячи и распределены. Одна сотня, три сотни и десять сотен, <laughs> если так брать. Вот такие вот будут цифры. Друзья, участников будем выбирать среди тех ребят, которые под вот этим же, вот этим анонсом в Ютубе оставят комментарий со своим игровым никнеймом. И во время стрима они будут в канале связи, игровом канале связи в ангаре под названием Клинт 8. Это стандартный канал связи, который всегда у меня на стримах. То есть мой никнейм, так будет называться и канал связи. Ну что ж, желаю всем удачи. Жду вас всех вечером в воскресенье на стриме. Приходите, поиграем, повеселимся, покатаем. Всем хорошего настроения. До скорых встреч. Увидимся, ребят.